Бэри, куда ты так торопишься? Ты опаздываешь с доставкой, да? Кэрри, ты слышала сирену? Кажется, Бобби в беде. Что стряслось, Бобби? Бобби, акулы окружили тебя! Осторожно! Кэрри, Бобби не слышит тебя! Не отвлекайся от дороги, по которой едешь! Кэрри? Карл, Кэрри и Бобби в беде! Кэрри упала с моста и приземлилась на лист кувшинки! И теперь акулы хотят ее съесть! Тебе нужно спасти их и поскорее! Гляди, Карл, Кэрри вон там. О, нет, мост разведут с минуты на минуту, и акул уже ничто не будет сдерживать. Скорее, Карл! Ты знаешь, в какую машину нужно трансформироваться, чтобы спасти ее? Кэрри, смотри, кто здесь. Супер, грузовик, ты совсем забыл об акулах. Будь осторожен. Бобби, супер, грузовик просит тебя отбуксировать Кэрри к берегу. Держись, Кэрри. Тебе нужно спешить, Бобби! Они уже рядом! Нужно работать еще быстрее, Карл! Отличная мысль, Карл! Ты же можешь воспользоваться своим чудесным прибором СТ-3000! Почему? Скорее, друзья! Вот это да, супер грузовик, сработало. Акулы уплывают обратно. Продолжай. Невероятно, ты напугал акул, и они уплыли, супер грузовик. Молодчина. Спасибо за твою помощь, супер грузовик. Ты прав, Бобби. Нам стоит обезопасить канал. Замечательная идея, супергрузовик. Давай воспользуемся сетью. Ха-ха! Веселитесь, друзья! Привет, Карл! Видно, что ты отлично справляешься с игрой.
Уолтер, я не уверен, что ты играешь по правилам. Карл, я думаю, кто-то позади тебя. Уолтер, ты поймал Карла. Поздравляем. Кажется, кому-то нужна твоя помощь, Карл. Нужно ехать. Упс. Лили ехала в туннеле с тремя малышами. Как вдруг что-то заблокировало выход. Это был гигантский мраморный шар, который толкал Билли. Не беспокойся, Лили, супергрузовик здесь, чтобы помочь. Оставайся с детьми. Супергрузовик, эта миссия требует сильной машины. Ударный молоток? Вот это да! Выглядит впечатляющий супергрузовик. Лили, отъедь назад с малышами. Вас может встряхнуть от удара. О, нет! Супергрузовик, берегись! Ух, совсем близко! Лили, ты там в порядке? Супергрузовик, кажется, не получается. Мраморный шар застрял в проходе. Карл, что ты собираешься делать? Ты хочешь использовать воздух под давлением, чтобы вытолкнуть шар изнутри? СТ-3000? Ну, конечно! Супергрузовик, куда ты направляешься? На другую сторону туннеля? Ты хочешь использовать суперреактор для создания давления в туннеле? А, понятно. Супергрузовик, мраморный шар, выскочил из туннеля, и сейчас он катится по дороге. Ох, супергрузовик, это было очень близко к катастрофе, но ты спас ситуацию. Отлично сработано. Билли, я забыл спросить тебя об этом шаре. Для чего он вообще нужен? Ты собираешься нам показать? Вот это да! Это гигантский мраморный шар Земли! Ну разве это не прекрасно, Лили? Спасибо тебе за сегодняшний день, супергрузовик. Ты спас наших друзей и помог Билли закончить прекрасный проект для малышей. Отличная работа!